29 лет – дата пусть и не круглая, но все же знаковая, особенно для тружеников пера и печатного слова из газеты «Владивосток». К слову, впервые газета «Владивосток» возникла в российской журналистике как явление 17 апреля 1883-го. Однако сегодня историю издания принято отсчитывать со дня его второго рождения. 1 июня 1989 года газета вновь стала регулярно выходить в свет. Сегодня, в честь памятной даты, самое зрелое и уважаемое во Владивостоке издание раздает свой праздничный выпуск всем желающим и принимает поздравления и пожелания от благодарных читателей, как жителей столицы края, так и гостей. Вы Владивостокской газеты, день рождения 20 лет, как бы, ну, чтобы лучшего, лучшего и лучшего. Спасибо. Большое спасибо за то, что освещается жизнь города, вот, события, которые тут происходят. Ну, я желаю, чтобы у журналистов было больше интересного материала, чтобы они безопасно его находили, чтобы там всяких происшествий не было. Ну, и чтобы больше правды писали. Ребят, ну что? Пишите то, что есть. И не всегда то, что хочется. Особенно, чего нет. Мне нравится эта газета, я ее покупаю. Кроме благодарных слов горожан, нужно вспомнить и оптимистические прогнозы медийных экспертов. Еще 2 года назад они пришли к единому выводу. Несмотря на распространение интернет-СМИ, система подписки на печатные издания начинает понемногу возрождаться. Тогда же, на волне печатно-издательского ренессанса, газету «Владивосток» признали социально значимым изданием для массовой аудитории. Стоит отметить, что на подписку газеты «Владивосток» весь год действует скидка в 30%. Ну а жители города еще до празднования памятного для газеты дня подчеркнули, что охотно читают газету и знают все ее рубрики. Да, читаю 7 лет уже газету «Владивосток». Очень нравится, потому что это газета о нашем городе. Все информативно, доступно. В основном читаю статьи о медицине, так как сама работаю в этой сфере. Участвую также в конкурсах. Отсылаю фотографии своего кота. Он там занимает 1 места у меня. И из старых времен ее полюбила. Раньше она мне нравилась, сейчас нравится. Думаю, что меньше воронья. Как у некоторых. И, в общем-то, и интересные. Вообще, газеты обожаю. Газету «Владивосток» местная, это наша. Ну, местная вообще, это же все как бы очень полезно. Рубрика мне там нравится «Сады и огороды». Потом «Экономику» я читаю. Затронута тема о детях-сиротах. Мне очень это задело. Очень я слежу за этой рубрикой. Затем вот была еще статья про нестки, ну вот эти фигурки японские. Выставка у нас была. Тоже мне очень, я помню, даже фильм такой смотрела про японские эти фигурки. Конечно, очень редко читаю. Мне муж запоями читает. Это вот сейчас он в больнице лежит, я ему купила, отнесла. В газете она проверенная и достоверная. Я так думаю. Моя мама и бабушка выписывают много газет, и в газете достоверная информация, в отличие от того же интернета, где очень много мусора. Я считаю, что молодежь должна читать больше книг и газет. Сегодня газета «Владивосток» — это дискуссионная площадка, где обсуждаются важнейшие вопросы, волнующие жителей города и края. И нередко профессионализм журналистов позволяет обществу и власти вовремя обнаруживать и решать проблемы, требующие немедленного реагирования. «Восьмой канал» желает изданию смелых идей и ярких проектов, настойчивости в достижении поставленных целей и покорения новых, профессиональных вершин. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.